хороший. Меня зовут Максим, на канал GG Family, и мы продолжаем Desolate. В общем, немножко у нас тут поменялось все. Ох ты, ох ты. Пестик у меня. Короче, пришлось мне заново немножко пройти, но я это сделал очень быстро, потому что у меня во время записи второй серии зависла игра. А, как вы знаете, наверное, Бандикам все это не любит. И он сказал, иди-ка ты, Максимка, нахер, я не сохраню тебе ролик. А в этой игре сейвы, как бы, ну, сейвов нету. Как играешь, так играешь, где вышел из игры, там и продолжил. Так, что-то темно. В общем, ладно, теперь я записываю по другому методу, через другую программу, через другую штучку, которая вообще, в принципе, не грузит комп. Это даже, наверное, лучше. Надеюсь, что качество картинки не ухудшится. Где у меня кувалда? Да, вот она. Так что давайте. Это мы видели. Ретранслятор. Кто это мог сделать? Не знаю. Нужно как-то починить ее. Из инструктажа пограничному я помню, что где-то недалеко находится кинотеатр. Скорее всего, я смогу найти там все необходимое. Найти детали в районе что там, кинотеатра. Почему ничего нету? Беги. Ладно, наверх мы потом сходим, потому что нам надо сначала сходить к этому гребаному кинотеатру. Я к нему уже ходил, но ради вас сделаю это еще раз. Может быть, получится у меня теперь быстрее. Этого почти. Тогда почти всю серию это заняло. Так, что нам по карте? По карте. Можно же, да, этот поставить еще. Ага. Ну, в принципе, и так было видно. Хорошо, хорошо, хорошо. Никого я не убивал практически, пока шел сюда. Опыт мне не дали, уровня у меня нету ни хрена. Прокачивать я пока ничего не могу. Точно? Умение. Так, а где вообще? А, вот уровень. 430 из 900. Если сейчас будем замечать мужичков, то будем их мочить, потому что они довольно-таки легкие. Тут я уже все собрал, значит. Ну и травушку, конечно же, можно тоже собрать. Все, и идем. Идем потихонечку, там что-то гремит. Туда мы пока не идем. Че? А, тяжеловато. Блин, у тебя 20 килограмм всего. Тут малейший перевес, и уже он начинает капризничать. Так, собака или кто-то там, кошка, уходи. Уходи, молодец. С этими я пока не хочу связываться, потому что хер знает, на что они способны. А вот с мужичками как бы уже легко можно разбираться. Два удара моей кувалдочкой и все. Но, наконец-то, хоть что-то полезное. Ящики с инструментами. Короче, первым делом я буду прокачивать умение, чтобы я мог разбирать весь этот ненужный хлам. А как я понимаю, потом из этого ненужного хлама мы будем что-то крафтить. Очень как-то тяжело. Так, так. Кажется, да что ты, блин? Что спина сейчас не выдержит. Да нормально все, что-то успокойся. Короче, быстрее надо качать опыт. Уровень. И тогда будет все ништяк. Хотя, конечно, можно было бы и выкидывать все где-нибудь возле маяка этого. Мешки нельзя эти обыскивать? Что-то я не помню. Кинотеатр Южный берег. Сейчас просадочка была, но я даже как бы практически этого и не заметил. Потому что теперь мне Бандикам не грузит систему никак, ни видюху, ни проц. И это прям замечательно. Записываю через такую штучку. Avermedia Live Game Portable. Лежит она у меня очень давно уже. Как-то не так я, видимо, ее раньше настраивал. И мне из-за этого не нравилось качество ее записи. Но сейчас я порылся в настройках, и вроде бы все хорошо. Отличный битрейт. Отличное разрешение.
Так что должно быть все ништяк. Посмотрим, что тут есть. Так, детали. А, найдите детали в районе кинотеатра. Так, одни мы уже нашли. Еще где-то они должны быть. Но я помню, что здесь мужички должны быть. Но я что-то пока их не вижу. Как-то странно. Я не помню, вроде бы в той именно серии меня так напугали. Я вообще, я не знаю, чуть не описался. Реально, блядь. Стою я, в общем, возле костра. Смотрю, что у меня там в инвентаре. Пытаюсь что-то там разобрать, кажется. И тут слышу, эй, чувак, там все такое. Ну, вот эти вот зомбариты своим противным голосом мне что-то говорят. Я тогда вообще очканул. Блять. Тихо. На тебе, нах. Так. Открывается? Почему не открывается? Где? Блядь, ну слышно же его. Так где, не пойму. Этого хватит. Забираем. Теперь нужно возвращаться на маяк и починить станцию. Ой, как сейчас фризануло, думал все. Думал опять вылетит. Ладно, тогда лутаем до конца. Так, вон вижу чувака, сейчас мы его хлопнем. Утюгом, блядь, по башке ему. Блин, хочется здесь все залутать, ну, блин. Перевес. Перевес это. Почтальон Печкин, блядь, с сумкой, смотрите, ходит. На, нахуй. Блядь, почти уровень апнули. Но почти это... Блядь, нет. Что мне еще в этой игре очень нравится, что тут здесь рандом полный. В прошлый раз тут аномалии не было. Я как бы легко подходил вот к этим штукам. В принципе, с этой стороны, да, это можно сделать. А тогда было наоборот. Так. Можно взять? Футляр. Тихо. Пусто. Окей, ладно. Что у нас там? Блять, уже перевес, уже бегать я не могу. Херово. Что это за херня? Не хочу я в нее наступать. Так. Есть кто живой? Блять, ты что такое? Блин, ну я до этого, конечно, видел какие-то тени там. Но, блядь, такого не ожидал. Блядь. Ну-ка, пойдем. Никуда не денешься. Опа. Сука. Фух. Нифига у тебя тут лута-то сколько было с собой. Прям спасибо. Блин, ну походу ладно, я потом сюда еще вернусь. Потому что надо будет, наверное, электричество зажечь, на все такое. Где-то найти эту аккумуляторную батарею, энергоячейку, чтобы запитать кинотеатр. А пока идем домой. Так, кувалда, в принципе, у нас урон еще нормально наносит. Фух, нормально, побились, пострелялись. И теперь пойдем починим маяк и свяжемся с нашим куратором, или как он там у нас зовется. Так, тут я обыскивал, да, я помню это. Возле костра можно крафтить там пищу и все такое. Так.
Где эта грёбаная собака? Эй, песик. Ладно, где-то гуляет. Ну и пусть гуляет. Кстати, уже рассвело, можно фонарик выключить. Да, ну все, я не бегаю. Я не бегаю. Так, вон чувак еще ходит. Интересно, какой максимальный уровень здесь прокачки. И из-за того, что у меня перевес, я, может быть, еще и урон меньше наношу. Как странно. Где все? Кто? Сука, да как? Мать твою, а? Да, видимо, из-за того, что я перегружен сильно, я и махать стал похуже. Это плохо. Это вообще херово. Графику, кстати, тоже немного убавил. Думал, это мне поможет тогда, но нет, это меня не спасло. Так что, скорее всего, в следующей серии опять выкручу все на максимум. Потому что в FPS я как бы разницы не заметил. Дратуйте. Вы меня ждете? Пойдем. Тебе конец. Блять, вот это плохо. Фух. Блять, у вас столько всего много. Боже, как же тяжело бегать. Да я знаю, знаю, знаю. Теперь меня легко Давай слушать. Ремонтируй быстренько. Куратор, на связи доброволец. Прием. Повторяю, куратор 400-й, на связи доброволец. Станцию починил, как слышно. Что такое? Станция работает, но почему не отвечает? От станции так, ну... наверх идут какие-то провода. Возможно, что передатчик вырубило. Нужно бы включить его. Да, дальше, можно сказать, я не играл больше. И то, что нас ждет наверху, я не знаю. Пока нас ждут тут. Изолента. Отлично. Нету больше ничего. Гвозди. Хорошо. Может, из гвоздей можно какие-нибудь патроны делать? Для нашего оружия. Так, кто-то Боже, здесь очень долго сидел. Теперь меня легко услышать. Да тихо, легко услышать. Сейчас мы облегчим тебя, не переживай. Кукла? Зачем нам кукла? Честным трудом мы строим будущее. Мне вот правда интересно, это что, от русских разработчиков действительно? Или правда такая шикарная локализация? Мне нравятся такие игры. Не в плане то, что здесь озвучка и все дела, а то, что тут переводят все. И это как бы достойно похвал со стороны локализатора. Доброволец, как слышишь меня? Сигнал пошел. Да, слышу отлично. Ты хорошо поработал. Теперь на острове есть двусторонняя связь с материком. Следующая задача будет полезной для тебя. Граничный опасное место. Ты об этом знаешь. Но даже на этом острове есть места, где более-менее спокойно. Одно из них — лагерь Оазис. Тебе нужно отправиться туда и, скажем так, познакомиться. Принимают там при предъявлении определенного жетона из местной, когда-то работавшей железнодорожной сети. И где мне его найти? На железнодорожной станции Искра. Она находится в квадрате C7. Отправляйся туда и найди жетон. Угу. Значит, меня еще и просто так там куда-то не пустят. А, C7. А почему у нее не поставили? А нет, наверное, надо выбрать это. Да. Да, охренеть, опять так далеко. Убери, кстати, метку. Ой, ну ладно, сейчас потихонечку пойдем. Но сначала мы с вами будем к
качаться. Так, вот, позволяет разбирать предметы на детали. Качаем. Пока что все. Дальше что у нас будет? Трата прочности, скидка, покупка. Угу. Тут артефакты даже будут. Это правда как сталкер. Так, ну я думаю, наверное, потом выносливость можно будет качнуть. Кстати, вот замки, да, вскрывать тоже, я думаю, полезное будет. Ну это не знаю, надо будет. Ну придется, видимо, качать, потому что тут все по порядку идет. Так. Это что такое? А, это тоже можно качать. Окей. Кардио. Ладно. Ладно, хорошо. Нет, давайте мы сначала тогда поразбираем то, что нам не надо. Зачем нам тогда это? Разобрать. Арматура. 150. Ну, это, конечно, весит аж 3. Так, вот это 128. Блять, ну давайте разбираем кувалду нашу. Кстати, тихо. Так, а где чертеж? Где наш чертеж? Что-то впритык не вижу его. Разбираем. Газовые лампы разбираем. Гвозди. Понял, то, что можно разобрать, надо разбирать и не жалеть об этом. Оно нам не надо. Так, крафт. Оружие. Угу, можно сделать грузовик. Для этого у нас все есть. Применится он вот на этой арматурине, да? Давайте попробуем, как сделать. На, создать Е. Ну и что? Блядь. Почему? А, нет компонентов. А, стали не хватает. Все, я понял тогда. Я тебя понял. Блин, тут... Не знаю. Ладно, похеру. Разбираю. Офигеть, разобрать 126, а починить 120. Разбираем. Что я вижу еще, что можно разобрать? Электромотор. Ну, если можно разобрать, разбираем. Так, но почему-то у меня все равно дикий перевес. Не пойму почему. А, вот же еще. Точно. Разбираем. Трансформатор, грибы какие-то, таблеточки у меня есть, это хорошо. Пестик, вот этот оставляем, я не хочу что-то разобрать, починить. Ладно, пойдемте попробуем что-нибудь приготовить, а то мы там уже... Тебя ж тут не было. Какого хера? Интересно очень. Тут спаунится прям при мне, что ли, предметы? Я кого-то слышал? Или это я? Так, где мой нож-то? На четверочку. Нож мой на четверочку. Не было и лупы здесь не было. В натуре, походу, спаунится. Просто так. Ну, с одной стороны, это хорошо. Всегда. На острове ожидается сильный туман. Блять. Не вовремя.
Так, давайте попробуем. Покушать приготовить и еще что-нибудь. Трава. Так, тут я лутал. Можно будет, кстати, в этот ящик сейчас все, что у меня лишнее, поскидывать. Да, давай. Да, по продуктам, я думаю, тут проблем не будет. Бля, ну что делать с перевесом? Все, я у костра. Можно, можно крафтить. А, так сталь я могу сделать. Но я ту херню уже разобрал. А, не, нифига себе. Нельзя тогда все. Все ломать нельзя. Окей. Очень тяжело. Кажется, что спина сейчас не выдержит. Да, успокойся. Горячий перекус. Давай сделаем. Может, у нас хоть вес убавится из-за этого. Десерт. Легкая закуска. Простой обед. Ну, давай такое. Сладости, я думаю, нам тут не очень-то нужны. Так, и смотрим, что у нас получилось. Во-первых, надо похавать макароны. Все по 0,5. А, ну, в принципе, оно и добавляет одинаково все. Так. И так. Так, пить мы только хотим, да? Это что, виноградный сок? Пьем. Это что, яблочный сок? Тоже пьем. Да, можно еще даже попить. Перловка. С нее, скорее всего, что-то готовить. Ну, шоколад. Сухофрукты, гречка. Макароны. Ладно, пока вроде бы неплохо. Но у меня, блин, все равно перегруз, да? Перегруз. Блин, пока что ладно, я разбираю. Сложно уследить за тем, что мне надо, что нет. Где-то тут был... Но не вижу уже. Вентилятор. Разбирать. Блокнот. Ни хрена себе блокнот. Алкоголь. Ну, давайте винишко толбанем немножко. Че, я думаю, хуже-то не будет. Ладно, и погнали потихонечку. 700 метров. Но я думаю, успеем в этой серии. Че висим? Кого ждем? Блять. Охрень. Да это реально, блять, сталкер какой-то. Это же этот кровосос или кто он там? Опять чувак идет. Дратуйте. Блять, этим теперь не хватает нас двух раз-то убить. Это хреновенькое. Блять, и уже стемнело, да? ЖД-станция Икра. Искра. Ноги уже гудят. Да, блять, ты чё такой слабак-то, а? Блять, что там такое происходит, а? Дикий баклажан. Дикий баклажан, это хорошо, наверное. Крысы. Чувак. Мужчина, не подскажете, как пройти на железнодорожную станцию? Да ну не кричи. Блять, что вообще мало ударил. А собрал много. ЖД-станции. Ой-ой-ой-ой-ой. Это какого хера? Блять, тут в этой игре собрали все это всюду понемногу. Так.
Как нам здесь пройти? Туман рассеивается. Тут-то я смогу пройти? Вроде... Нет. Охрень. А, вот здесь вот еще. Да нету там ничего. Какого хера? Ладно, придется по кустам идти. Но я бы не хотел этого делать. Все. Да, вроде бы, блядь, и хпшечки вообще что-то мало. Не сдохнуть бы случайно здесь. Потому что вроде бы весь лут теряется. Блин, ладно, хоть фонарик не тухнет. Никогда. Че, ничего нету даже? Так. Это что такое? Блин, локация огромная. Куда идти, что делать? Что нам по рельсам получается идти? В принципе, можно. Ну нет, там какая-то жесть происходит на рельсах. Так что мы это обойдем. Там что происходит вообще? Луч и ЖД-станция, окей. Это что за свет? Там какой-то ходит, блядь, какое-то животное. Так мне по дороге лучше идти или по... По ЖД-линии? Похоже, по ЖД-линии надо будет идти. Можно, конечно, срезать, но я что-то... Нет, срезать я точно не буду. Пойду здесь потихонечку. Обходя эти... аномальные места. Можно, в принципе, вот тут вот, по краешку леса идти и... Луч. Луч солнца золотого. Блять. Поиздец. Фу ты, мать твою, а. Я думал, кто-то стоит такой огромный. Блять, такое ощущение, что он, блядь, за мной поворачивается. Я не пойму, в какую сторону он смотрит. Туда-то туда. Ой, ля-ля. Ой. Ох-ох-ох. 200 метров. 200 метров, ребятушки, осталось нам идти. И быстрее бы прийти. Мне уже, блядь, не по себе здесь. Блядь. Ты кто такой? Ты хороший, злой, плохой? Добрый? М? Блядь, ну идти-то совсем ничего осталось. Так давайте похилимся. Да похеру, пьем. Так мало добавляет. Это нечестно. Очень мало добавляет.
Бря, ну по рельсам вообще невозможно идти. Там сплошные аномалии. Так, ну где там эта станция грёбаная? Сколько там? 100 метров? Чуть больше. Блять, хорошо, что здесь каких-нибудь капканов еще не понаставили. Бля, рассвет, пожалуйста, приходи быстрее. Блять. Что такое? Угу. Ну, я практически дошел, ну там вот какая-то херня, блять. Давайте смотреть, как попасть внутрь. ЖД-станция Искра. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Тебе не скрыться. Блять, вообще мало дамажит. Очень мало. Надо что-то другое искать. Либо починить. Наверное, я починю сейчас. Так, а тут где-нибудь костер есть, интересно? Место, где можно сохраниться или... Я не знаю, как... Так, в черно-белую картинку я не иду. Там он прям свет, я не знаю, что это, к добру это или нет. Пока обходим, тут смотрим. Не, ну здесь по-любому должен быть костер. Не может быть, чтобы его тут не было. Блять, это аномалии такие, что ли? Охренеть. Так, что у нас тут есть? Блять, эти звуки. Нельзя зайти? Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Я думаю, можно здесь в любом месте вместе сохраниться. И уже в следующей серии будем искать жетон. Блять, жутко, сука. Я тебя слышу. Ну где ты? Да я тебя видел даже. Ты что, потерял меня, реально? Ах ты. Еще один раз. Отлично, второй. А, нет, не второй уровень. Я уже обрадовался, думал, второй уровень. Угу. Хераз два. Ладно, давайте вот здесь вот. Встанем, как бы тут сзади к нам не подойдут, спереди мы кого-нибудь примем, если что. А пока всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Все как обычно. Это дождь пошел, что ли? Ладно, ребятушки, всем пока.